Ребята, ну добрый вечер. Ну посмотрите на мое художество. Вы только посмотрите. Ну вот что я натворила, да? Вот вы догадались уже, что я сделала, да? Но по-другому было никак. Ну вот так вот. У нас уже время, 5-й час. Я успела сделать. Кушать только я не успела приготовить, но я надеюсь, что я сейчас пойду и все сделаю. Я планирую елку поставить вот здесь, да? Вот не знаю, как это у нас приживется, планировочка, перестановочка. Ну, посмотрим, да. В принципе, удобно, да. Пока пускай будет так. Насколько не хватит, не знаю. Видите, у нас вот эти стулья огромные, большие, но без них никуда. Мы их просто любим. Мы любим на них сидеть. Я много же сижу, делаю, монтирую, поэтому мне такой стул надо. А муж тоже, то, что у него проблемы, и вот поэтому диван ему-то надо, понимаете, было. А вот эта половина здесь. Ну вот смотрите, как? Что вы опять скажете не то? Понатворила тут, да? Не знаю. Ну, мне вроде ничего. Барнюшу переселила под лестницу, как мне посоветовали, там и Даеву тоже. Ну, ему там хорошо. Он ребенок и на диванчике лежит, и спит. Время, посмотрите, сколько. Ну, ничего. Мои пробнички лежат, и запашочек такой, я хожу, нюхаю, наслаждаюсь этим запахом, ребят. Но это все тоже может временно, так что елочка здесь будет, светильник, я думаю, перемещу вот на эту половинку, потому что здесь, ну, не знаю, что-то вот это вот торчит, вот эти вот провода, ну, как провод торчит, я думаю, барнюшечка подойдет, дернет. Ну, вот этот я, наверное, наверх отнесу, тут у меня куча проводов, а куда без них, тут же и для лэптопа, и для телефонов. В общем, для всего, да, у нас такая жизнь сейчас проводная. Это у всех так, да, наверное, я думаю, не только у меня одной, что я терпеть не могу. Вот честное слово, вот эти провода, когда торчат, в общем, смотрите, камин пошел, в общем, декор камина, буду так называть, пошел сюда, опять на свое место, где был. Я думаю, и неплохо, правда? Потом я еще новогодним так украшу немножечко, все так это сделаю красивенько, да. Здесь вот эта вот подставочка, или можно сказать, тумбочка такая с цветком пошла сюда, да, с лягушечкой. Я не знаю только лягушку в какую сторону развернуть. Мне тут уже понапугали, говорят, на дверь нельзя, туда нельзя, туда нельзя. Куда можно? В какую сторону, скажите? Вот скажите, дверь у нас там, да, в той стороне. В общем, ребятки, ну вот как-то так. Не знаю, как вы мне скажете. Скажите, опять что попало, да, наверное. Сейчас я стул отодвину. Ну вот со стульями беда у нас, да, видите. Вот эти стулья туда-сюда. Ну вот смотрите как. Можно и на диванчике, можно и на стульчиках, да, вот так. Ну вроде ничего, да. Или мне так кажется. Ну, конечно, я же делаю для себя, не для кого-то, не, как сказать. Я просто с вами советуюсь, просто тоже прислушиваюсь, понимаете? Как говорится, сколько людей, столько и мнений. Вот здесь вот так нормально. Тапки сняла. Пол теплый, вы не поверите, теплющий. Я вот хожу, у меня ж ноги жарко ногам, полы-то греются. Ну, в общем, Барнюшка, ребенок спит. Вот он, мой красавчик. Вот, посмотрите на него. Соскучились, наверное, да, ну, за ребеночком. Постирала ему пеленочку эту чистенькую, постелила. Мой котик спит. Гавкал сегодня, гавкал так. Ну, в общем, ладно, дальше, ребят. В общем, вот так, да? Вот заходишь, смотрите, все нормально, не тесно, все хорошо, много места, да? Проход свободный. Вот прохожу. Тапки сейчас уберу мои. У них, знаете, у тапков, я больше тапки не буду с белым мехом брать. Вот представляете, все темно, и вот не знаю, как их стирать, все запачкалось. В общем, ладно, прыгаю туда-сюда. Вот, заходим, да, хватает, вот дофига, дофига. И Паша пройдет тоже. А не пройдет, пускай худеет. Правильно же? Здесь вот так, ребят, смотрите, нормально, да? По-другому никак не могла сделать. Вот никак. Тут, видите, крючки же вот такие, что цепляются. Ну, как я тут уже прикрыла вот эти крючки. Вот они, видите? Думаю, так прикрою, чтобы не видно там уже было сильно. Ну, ладно, ничего не сделаешь. А я думаю, неплохо. Вот как вы считаете? Я туда стул убрала. Потому что тут лишний стул еще. Я хочу его туда, в эту комнату отнести, как в эту в свою рабочую там поставить.
чтобы не мешался. Ну, в общем, не знаю. Ну, вот сейчас на лестницу встану, повыше сниму. Да вроде ничего. Ёлочка встанет. Вроде и ничего, ребята. Ну как? Смотрите, места много здесь, дофига. Гуляй не хочу. Ну, смотрите. К холодильнику подход и кругом, и к барнюшке. Хотя барнюша временно лежит. Стулья, конечно, портят весь интерьер здесь. Ну, куда денешься? Это нам необходимо, такие стулья. Нам нужны они. Потому что я не могу на простом долго сидеть в стуле. На диване тоже не посидишь. Мне так удобно, когда ты делаешь, монтируешь. На стуле удобнее. А Паша тоже, у него ноги болят, и ему лучше на таком стульчике сидеть или на диванчике. Я ему предлагала, давай уберем просто стулья, послал. Не-не-не, ты что? Ни в коем случае. Вон цветок, вон тот туда поставила, ну некуда. Я уже и так, но думаю, ну куда его примостить? Ну не знала, ребят, вот. Фу, все, мне надо сейчас кушать готовить. Я коктейль же себе собралась сделать молочный. Сейчас я цвет поменяю здесь, подождите. Коктейльчик собралась сделать. И вот, подождите, а какой цвет? Цвет хотела-то, розовый, сиреневый, да? Вот розовенький сделала. Вверху, видите, как красиво. А, он синим смотрится, на самом деле он розовый, представляете? А молочный коктейль же себе собралась, смотрите, делать. Достала мороженое, смотрите, ванильное, целое это молочко. Сиропчик у меня вот такой вот. Все, сейчас будем коктейль делать. Я приморилась, не могу. Вот фрукты сюда положила. Да пускай они здесь будут. Вот, все, ребятки, буду сейчас готовить. Все, мяско выложила. Котлетки хочу быстренько потушить с грибочками. Там. Посмотрю, что еще. В общем, у меня сейчас дофига работы. Дофига. Пока мужа нет, надо быстренько. А то тут придет, знаете, что будет. Скажет, ты что это в моей конуре наделала? Такие вот дела. Все, лампа вот здесь будет у меня, переставлю, еще руки до нее не дошли. Сейчас вот сделаю себе коктейльчик. Но все равно нормальненько. Смотрите, можно лечь, полежать, удобно посидеть. Там телевизор посмотреть, здесь что-то это. Столик всегда можно отодвинуть, придвинуть. Ну нормально же, нормально. Что еще надо-то? Хорошо, смотрите как. И тут вот так, и там вот так. Сама себя уговариваю, да? Ну, в общем, такие вот, ребят, дела. Ладно, будем творить. Оно хорошо, кстати, смотрится вот так все вместе. Неплохо, знаете, неплохо. Классно смотрится все. Вот, на мой взгляд, хорошо. Знаете, хорошо, честно я вам скажу. Не лукавлю. Если там я сделала, я немножко сомневалась. Но здесь у меня не сильные такие сомнения. Мне нравится. Мне нравится, что здесь пространство, елочку могу поставить. Если тут бы хуже было в этом углу, потому что мы бы без конца здесь ходили, цепляли эту елку, а там лучше. Вот это я тумбочку уберу. Ну, может быть, наверх даже поставлю. Посмотрим в спальню туда. И поставлю. А может, что-нибудь другое придумаю. Ну, куда-нибудь. Тут у меня подсвечник стоит, свечка. Елочку зажгем. В общем, все будет хорошо и прекрасно. Все, ребятки, всем пока. Да, ты полила только что. Смотрите, заметила, что у меня орхидейки-то все начинают расцветать. Вот это. Смотрите, та другая. Потом там еще вот это вот. Потом вот это тоже, смотрите. Вот видите, стрела. Потом это цветет. Потом дальше... Идет, это цветет, да, вот это опять, видите, так, и вот это вот, видите, я подняла ее, а это вот еще что-то не хочет, дорогая зараза такая была, муж мне ее подарил, 48 евро мы отдали, плюс горшок, и представляете, не цветет, вот стоит, а такие красивые у нее цветы были, тут три сорта, вот стоит, в общем, все пролила. Радует, что на Новый год или, может быть, чуть позже, но на Новый год уже, видите, зацветают. Такие вот красивые цветочки у них. Посмотрите, какие красивые. Такие нежненькие. А тут прям целая куча. Здесь тоже. Супер, да? Классные какие. Классненькие. Такие прям красивенькие. Дай Бог, чтобы сил у них было, силы были у них, да, чтобы зацвести, расцвести и раскрыться. Вот. Так что, ребята, эти тоже полила. В общем, за цветами надо ухаживать.
Я давно уже это поняла, не будешь ухаживать, ничего не будет. Но вот эти вот новенькие листочки дают. Вот красота у меня такая, все горит, сверкает. В общем, нравится. Завтра еще елочку поставим, буду наряжать. 2 дня буду наряжать. Суббота, воскресенье. Вот. Поставила липтоп свой. Я по нему смотрю эти комментарии. И буду сейчас загружать видео делать. Наснимала вам немножечко показать, что у меня и как. В общем, вот такая красота. Барнюшечка до сих пор спит. Куча стульев. Один Пашин стул здесь. Коктейльчик такой вкусный получился. Сделала. Такие вот, ребятки, дела. Ну, все. Да? Всем пока. Всем спасибо за просмотры. Что вы меня не забываете. Что заходите, смотрите. Что любите меня. Спасибо, спасибо большое вам. Очень я благодарна вам за то, что вы так ко мне относитесь хорошо. И любите действительно прям. Уважение такое, спасибо огромное. Больше, конечно, хороших людей, чем плохих. Ну, спасибо огромное. Очень ценю это. Очень ценю. Вот, девочки. Ну, вот я думаю, неплохо. Да, опять показываю вам. Думаю, неплохо. Вот. Мне нравится, знаете как. Опять что-то такое новенькое, необычное. И настроение поднимает. Включила, смотрите. Красота какая, правда, красиво. Вообще мне нравится, когда вот такие лампочки разноцветные. Почему-то я с детства люблю, вот когда они вот именно не однотонные, а разноцветные. Мне кажется, это так красиво. Мы всегда елку наряжали, у нас всегда вот такие лампочки были. Они еще мигали, так красиво мигали. Но это раньше как-то не всегда было, да, но я помню, папа делал у нас всегда. И они так красиво мигали. Но эти не мигают, но все равно красиво, правда? Все равно уже как-то, знаете, немножечко сделаешь, уже как-то сразу уютненько, так хорошо. И тут мне нравится, заходишь нормально. Почему нет? Диваны же тоже так ставят по-разному. Не обязательно к стене, да, диван ставить, не обязательно. Диваны ставят посреди комнаты. По-разному. У нас эта комната, кстати, большая. Кто-то сказал, маленькая столовая. Но вы понимаете, что... Это же столовая, она же не будет как зал, да? Вот зал у нас, у меня, он чуть больше, да, чем вот эта комната, чуть больше. И то, вот эта вот комната, да, это раньше спальня была, мы же тут прорезали вот эту вот арку, да, сделали. А это была там кухня, а это была спальня. Вот внизу у людей там они живут, да, это у них спальня. А у нас так получается столовая. Но я думаю, что неплохо, правда, неплохо. Напишите опять, что попало, да? Ну, ладно. Всем не угодишь, ребят. Сколько людей, столько и мнений, понятное дело. Вот. А самое главное, чтобы мне нравилось. Смотрите, как блестит. Я ее отмыла. Она такая красивая стала. Такая прям сверкает, сверкает. Это хрустальная люстра. Ну, я, честно говоря, мне все равно хрустальная она там. Или какая-то. Мне без разницы. Нравится и все. Красивая. Денег тоже немало стоило. Ну, в общем, этот цветочек пойдет у меня наверх. Вот это тоже, наверное, наверх, да. Елочка сюда. Завтра все мне муж принесет. Завтра буду елку ставить, да. Да. Завтра и воскресенье. 2 дня у меня. Потому что там в келере надо все это таскать. Я сама одна не смогу. Надо вместе с ним. Барнюша спит. Сны сладкие снятся ребенку, на кого-то гавкает. Все. Надо же так, вот так, такое часто бывает. Просто только камеру схватишь, не успеваешь снимать. Спит, тявкать начинает, то храпит. Так смешно наблюдать. Смешной такой. Ну, давай еще погавка. Давай. Ой, сейчас потихоньку встану, может быть. Он сейчас проснется сразу, как если к нему подойду. Ой.
А я сижу на комментарии на ваши отвечаю. Смотрю, много очень написано. Так, потихонечку, потихонечку. Ой, проснулись, проснулись. А тут и так тявкал. Смотрите, у него еще это не совсем прошла. Ну, чуть-чуть получше стало. А чё ты так тявкал? Мамочка тебя сняла. Тявкочка моя маленькая. За кем ты там бегал? А, Барнюлька, за кем бегал? Так тявкал. С кем ты там воевал? А, с кем воевал? Кого ты там увидел? Кто тебе приснился? А? Кто приснился маленьком? Может быть, страшная жизнь приснилась? В которой ты жил раньше, да, Барнюш? Тьмой сладкий, ну спи, спи. Видите, еще на лапочке. Еще и такая вот. В общем, потихонечку все проходит, не знаю. Мажу, мажу, мажу. Ну, залысина вот такая вот. Стала обрабатывать этим перекисью водорода и кремиком мажу. Ну, вот пока все вот так вот. Видите, залысинки. Не знаю, посмотрим, что дальше будет. Но сказали мазать, мазать, мазать. И вот на губках. Но на губках лучше стало. Как бы волос начал расти. Там сильно залысины были. Начали волоски расти. Тьмой сладенький. Тьмой сладенький такой. И глазки красненькие. Чё-то, ну чё ты. Ладно, ладно, лапочки не поднимай. Мама тебя поснимала, как ты тявкал во сне. Дай бог, все пройдет, заживет.